Однажды в приют для животных Северной Дакоты люди принесли котенка. Малыш был с редкой аномалией. Задние лапы у него повернуты коленками назад, из-за чего он не мог нормально ходить и волочил ноги. По правилам, котенка должны были усыпить, но вместо этого основатели приюта накормили, обогрели его и дали имя Корки. Кота тщательно обследовали, сделали серию рентгеновских снимков и решили прооперировать и укрепить кость остальными штифтами. Операция длилась 5 часов. Ветеринар также подправил Корге ахиллесовые сухожилия, чтобы он наконец получил возможность ходить, как все коты. Пушистый пациент стойко перенес оперативное вмешательство, после чего последовало долгое восстановление. Он поправлялся довольно медленно, и ему регулярно кололи обезболивающие препараты. Но результаты были потрясающие. Даже с неснятыми повязками на ногах Корке пытался ходить и, наверное, был очень удивлен таким делом. «Доктор Бурхилл – наш герой», – говорит управляющая кошачьим приютом Гейл. Он сам придумал эту операцию для Корги, так как в мире еще не было аналогов. Он лично приходил делать очередную перевязку, так как боялся доверить кому-нибудь такое ответственное дело. Теперь котик может нормально передвигаться, помогая себе задними лапками. В настоящее время он живет в семье Гейлов вместе с другими 3 кошками.